Я думаю, что вот эта ситуация с банками, она абсолютно связана именно с вот этой глобальной системой. То есть попыткой противостояния, скажем, долларовой системе. То есть создание вот этой альтернативной валюты, альтернативных банков и так далее. Потому что все эти банки, которые возникли здесь в России, насколько мне известно, это все, в общем-то, те люди, которые, ну, то есть те организации, которые связаны с центральными банками, американскими и европейскими. То есть это национальному, это они не продвигают национальные интересы России аж никак. И даже, насколько я знаю, и Банк России, это тоже, в общем-то, такая, в общем-то, получастная организация. Это не полностью государственная структура. Эти вещи, скорее всего, конечно, было бы в интересах государства и народа национализировать.